Новый год, пара чудес и добрых дел. Накануне праздника сотрудники Мособл-ЕРЦ провели благотворительную акцию. Они посетили Люберецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, чтобы подарить его подопечным новогоднее настроение. Насколько им это удалось, расскажет наш корреспондент. Дедушка Мороз, красный нос, тебе холодно или замерз? Пандемия – не повод оставлять детей без праздника. Из-за введенных ограничений его пришлось проводить на улице. Но это ничуть не испортило настроение ребят. Наоборот, солнечная морозная погода – вестник того, что Новый год уже близко. Я обожаю Новый год и надеюсь, этот Новый год будет самым лучшим, самым счастливым. В роли главных новогодних волшебников сотрудники Мособл-ЕРЦ. Идея проводить праздничный марафон добра появилась спонтанно, но к акции быстро подключились территориальное управление и центральный аппарат компании. Организовали закупку подарков, причем в Серпухове, например, приобретали подарки, брали своих детей в магазин и говорили, что ты хочешь, выбирали вместе с своими детьми. Захотелось просто поделиться своим теплом, добротой и той любовью, которую в действительности дети заслуживают. Такую акцию представители компании проводят в первый, но не в последний раз. Новогодние визиты к детям, требующим особого внимания, станет для представителей Мособл-ЕРЦ доброй традицией. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.